Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Джуго? А, прости, я нечаянно подслушал твой разговор. Так вот, какое у тебя лицо? О, Джуго, давно не виделись. Можешь не входить в образ. Я ведь все слышал. После побега из агентства я решил вернуться в горы и попробовать попасть обратно в деревню. Но я потерялся и залез в частную собственность. За что меня и арестовали. Да ты точно придурок. Однако, раньше я уже играл беглеца, поэтому избежал из тюрьмы, когда меня подначили другие зэки. Так я и оказался в Намби. Да ты конкретный дебил.